Здравствуйте, ребята! Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «Заяц Хваста». Жил-был заяц в лесу. Летом ему было хорошо, а зимой плохо приходилось. Приходилось ему к крестьянам на гумно ходить, овес воровать. Приходит он к одному крестьянину на гумно, а там уже целая куча зайцев собралась. Вот он и начал им хвастать. У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь. Зайцы рассказали тетке Вороне про эту хвасту. Тетка Ворона пошла хвасту разыскивать и нашла его под кокориной. Заяц испугался. Тетка Ворона, я больше не буду хвастать. А как ты хвастал? А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. Вот она его маленько и потрепала. Более не хвастай. Раз сидела ворона на заборе, собаки ее подхватили и давай мять, а заяц это увидел. Как бы вороне помочь? Выскочил и на горочку сел. Собаки видали зайца, бросили ворону, да за ним, а ворона опять на забор, а заяц от собак убежал. Немного походя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему: «Вот ты молодец! Не хваста, а храбрец!» Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот молодец. Заходите ко мне в гости еще, я вам расскажу еще что-нибудь.